сейчас будем. Да, чтобы все были, тут никого же нет. Мы уже приступили к съемкам. Ну точно, да. К съемкам приступили. Первые у нас удачные кадры уже были. Поэтому сейчас сегодня мы разбиваем режиссерскую тарелку. И после окончания съемок соберемся, вся группа, надеюсь, все соберутся смогут. И каждый возьмет по кусочку, и потом мы попробуем собрать целую тарелку. Mm-hmm. Если у нас тарелка полностью, все куски соберутся, значит у нас проект будет успешным. Лишь бы кусков было поменьше. Проект удачным бывает, когда тарелка с первого раза разбивается. Давайте, дай бог. Она не бьющаяся. Поехали? Нет! Да, она не бьющаяся. Да вы неуверенно бьете. Она не бьющаяся просто. Походу не бьющаяся. Не бьющаяся. Давайте. Я металлическую принесу. Не испортите крюк. Она не бьющаяся. Она не бьющаяся. Придется тарелка. Давай он об кувалдой, он об камень. Надо сильнее. У меня тоже дома такие тарелки. Это, наверное, не бьющийся. Она бьющийся, просто бьющийся. Я не могу сказать. Да, вы как-то не уверены. Да ты что-то бесили. Давай, помощнее. Мы уже не смогли. Этот проект 2 года уже не можем закончить. Всем что-то страшно взять. Давайте все расслабимся, а вы давайте все, что есть. Сколько раз уже? Ну, есть все записано. 4 раза. Давайте, 5-й пошел. Давай, 5-й пошел. Космос. Самый удачный проект в мире. С 5-го раза. Давай, шарахай. Хрен вы заберете, где боски. Это не собрать будет. Нет. Друзья, это не собрать. Но... Каждый возьмите на одну кусочку. Надо же так разбомбить. Смотри, на 5-й раз бил. Это фарфор и... такой, он крепкий, поэтому... Да, очень крепкий, как да. Как лобовое стекло, если ударить, он на мелкие куски раскрашивается. Это тоже такое. Ладно, закончим пока.